А есть еще кошечка. Ты не хочешь? Вау-вау-вау. Женю, кошечка. Предлагаю как бы попробовать наших модных напитков. А, нам уже налили, да? Это что пьем-то? За театр, ну что? Я хочу театр, кстати. Театр. Мы хотим же театр. Да. За него и пьем. Театр умер, да здравствует театр. Да? Да. Ну, в ближайшее время, я думаю, мы покажем что-то. Потому что театр начинает, ну, как понятно, что театр рождается очень трудно. Все в муках, как дети рождаются в муках, так же и театр рождается в муках. Вот сложно, но интересно. Я думаю, что раз это интересно нам, я думаю, что это будет интересно и для вас, дорогие наши зрители. Ну, во-первых, это что могло бы привлечь? Ну, не знаю. Во-первых, это 29 февраля. Это раз в 4 года. Я думаю, что вы придете. Если вы придете 29 февраля, то вы только через 4 года можете прийти 29 февраля в театр. Это вот я должно усечь все. А, то, что Гоголю 203 года, то, что это я не так много играю на сцене, хотя меня там знают по телеку, как бы понятно. Меня могут увидеть меня, могут увидеть замечательные здесь два этажа современной живописи, например. Мы зажжем свечи, мы вам дадим 100 грамм варилки, 13 украинских галушек, бутерброд с салом, будут два Гоголя, будут три звезды, не буду говорить, кто на киноэкране, а я буду в зале. Я не звезда, но, тем не менее, буду в зале один Гоголь. Будут музыканты живые, классические, скрипочки, виолончелечки и так дальше. Вот. Это рядом с Кремлем. Это будет вечер, я бы его назвал, вечер на острове близ Кремля. Это впервые. Это один раз в 4 года и только для вас. Приходите, не пожалеете, я думаю. Сжечь на экране. Сжечь будем на экране. Все наше плохое мы сожгем. Знаете, все сожгем. Думаю, что надо проще быть. За Гоголя. Да. Вот, Царство Небесное, личный покой. Да, нашлась его могила. Да. Где-то. Где-то как-то, да.